Мы узнали, что пока вы были в научной группе, вы написали работу под названием «Лазарус». Она практически предвосхитила современное научное течение, называемое сингулярностью. Сейчас, спустя 15 лет, вы создаете робота-гуманоида. Вы до сих пор верите, как и доктор Керсвайл и многие другие, что человечество когда-нибудь эволюционирует до машин? Мистер Максвелл, что-то не так? Доложите обстановку. Квадрат 712 чисто. 712 чисто. Сейчас прочувствуем район. Он где-то здесь. Я это чувствую. Привет. Все нормально? Дана. Я точно знаю, сейчас я должен беспокоиться только о ней. Остальное не имеет значения. Прием, прием. Слушаю, что у вас? Здесь ничего, перемещаемся в район 43. Сегодня начались масштабные поиски военного робота, исчезнувшего со склада улик ФБР в Неваде около 3 дней назад. Лаборатория занималась разработками на основе автономных технологий нового поколения. Проект был заморожен после того, как робот-солдат нарушил заложенный алгоритм. Ошибка в работе стоила жизни всем 18 членам лаборатории Accelerated Dynamics, включая гениального инженера Алекса Максвелла и Эндрю Уилла. Продюсера Эндрю Уилла. И как мы сегодня себя чувствуем? Эй! Цель обнаружена, цель обнаружена! Быстро, вперед, вперед, вперед! Человек. Наконец. Станет. Машиной. Прототип. Не сейчас.